Всем привет! Всем привет! Сегодня будем открывать поле облака! Ура! Сегодня мы будем открывать вот такую супер мойку поле робокар, чтобы наш полицейский поле всегда был чистый. Все его друзья могли тоже к нам на нашу мойку приезжать. Поле робокар, он же должен быть чистый, да? Да. Поле робокар грязный, но мы его сейчас помоем с Димой. И нам в этом будет помогать Хелли, да? И Эмбер. Вот он поле, грязный пока еще, да? Ну давай откроем, построим нашу супер мойку. Что, посмотрим? Круто! Это называется автомойка. Вот грязный поле. Очень крутая такая мойка у нас. Да. Давай, Дим, вытащим все детали. И сейчас будем с тобой собирать. Вот сколько деталей, да? Все детали мы уже достали. Да. Нам осталось только построить. Давайте построим эту дорогу на полу, и поле приедет к нам уже мыться. Да. Сюда. Сюда. Вот такая получается вот у нас уже дорога, да? Чтобы поле робокар мог спокойно подъехать нашей моечке. Вот. Все, соединяем. Дим, давай еще сюда. Давай, молодец. А, это не отсюда, Дим, это вот здесь у нас. Соединяем, вот. И давай вот так соединим тоже. Давай забор поставим. Ставь забор. Я вот здесь пока тоже дополнительные. Сейчас мы еще наклеечками все обклеим с тобой, да, Дим? Ролики специальные, подъемник установили. Ну что, остались у нас наклейки, да, Дим? Так вот уже преображается наша моечка. Друзья, скажи, что он такой чистый. Он весь испачкался, смотри. Мы вовремя построили с тобой автомойку. Поехали ее протестируем. Подали нам платформу для поле робокар. Сейчас мы протестируем эту мойку. Ну что, поехали. Вот такая у нас передвижная платформа. Всё. Дима продвинул нашего поля, его помыли сверху ролики наши по бокам. Вот такие вот очень классные ролики. Ну что, давай выйдем, проверим дальше, как у нас тут обстановка. Ростометр для машин. Все, поле измерили рост. Взвесили нашего Поли. Поли очень понравилась наша автомойка. Поли решил позвонить своим друзьям и тоже посоветовать эту автомойку. Давай еще друзей откроем. Поли робокара Хелли и Эмбер. Прилетел Хелли. Сейчас Хелли тоже протестирует нашу автомоечку. Давай. Он летать. Летать может, вот Дима ему ручки достает, чтобы он весь был чистый, да? Вот он прилетел. Вот. Вот теперь у нас и Хелли чистый, да? И Хелли тоже готов на супер задание, да? Поле ждет нашу Эмбер. Эмбер машинка, да? Но она у нас же еще трансформируется. И на ножки может вставать. Давай вот так, смотри, оп. Смотри, он тоже готов. И Хелли у нас тоже трансформировался, да? Поле позвонил своим друзьям Эмбер и Хелли, да, Дим? Позвал их на нашу супер автомойку, чтобы они помылись перед очень важным спецзаданием.
где только могут они справиться, да? А вот они. Вот они пришли. Здорово. Теперь Поле ничего не страшно, да? Он справится с любым заданием. С такой хорошей, классной командой. Супергероев. Я буду Элли. Ты будешь Хелли? Да. Тогда я буду Эмбер. Привет, Поле. Привет, Хелли. Вот так вся наша команда спасателей в сборе, да? Им поступил вызов. Мы тебе поможем, Поле. Мы же с тобой команда. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока, друзья. До новых встреч.